Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кей-поп. Очень честно реагирую на кей-поп, как несложно догадаться, из заголовка. Сегодня отреагирую на камбэк, первый камбэк певицы Netty с песней Teddy Bear. Teddy Bear — это плюшевый мишка, фактически. Я плюшевого мишку знаю ровно одного. Он мишка, плюшевый мишка, всем он знаком, кто угостит метком. Но это, очевидно, какой-то другой плюшевый мишка. Первая песня, дебют Netty, про которую я, в принципе, рассказывал в прошлом видео, вот здесь, она была неплохая, хотя диких восторгов у меня не вызвало. Но зато, в общем, нормальный дебют. Дебют как дебют, в принципе, для сольной певицы. Здесь мне немножко заранее настораживает тематика. Я боюсь, что эта песенка будет харамельная, няшная, милашная. Учитывая, что Netty достаточно маленькая девочка, она прям совсем еще молодая, это, в принципе, даже нормально. Но, в общем, посмотрим. В принципе, да, ей по корейским, так сказать, правилам недавно исполнилось 19 в этом году. Вот, по нашим получается там порядка 18, чуть меньше или чуть больше. В общем, примерно минус год. В общем, давайте смотреть, слушать, реагировать. Перед началом реакции попрошу, как всегда, подписаться и поставить лайк. Вот. И нажать на колокольчик, если вам очень интересно получать новые уведомления. Вот. А еще большое спасибо моим главным спонсорам на Патреоне. Это Катарине и Шуре. И всем остальным подписчикам тоже большое спасибо. Давайте, 3, 2, 1, поехали. Розовая дверь намекает. Да, это плюшевый мишка. Плюшевый мишка с горящими огненными глазами. Интересно. Воу. Ёлки зеленые. Должен сказать, наверное, что мне почему-то в этом клипе Netty кажется более симпатичной, чем первым. Она и там была вполне себе, но тут... Неожиданно, честно говоря. От нее я не ожидал такого полудропа. Осторожно, у медведя разгораются глаза. Он придет ночью, вас захавает. Хорошо, это не самый худший пример дропа. Тут хотя бы есть вокал, хотя не очень много мелодии. Она убила мишку. Ну, он, видимо, напросился. С взрывчаткой ходил, с пушками ходил. Или кто-то еще убил мишку, она его сейчас оживлять будет. Мне нравится в этой песне использование голоса Netty. Он хорошо так выделяется, в нужных местах его совсем близко к слушателю ставят. Хорошо выделяют.
ощущение, как будто она позировала на камеру. Так сделала, потом еще немножко так сделала. Но смотрите, песня, наверное, первая, она нормальная, но ничего особенного. То есть пока второй релиз Netty меня ничем таким яростно не цепляет. У нее приятный голос, надо сказать, она замечательно выглядит. В принципе, ее вот сейчас в таком формате можно абсолютно спокойно вставлять любую популярную женскую группу, и она абсолютно не выделится. То есть она бы в Twice не казалась лишней. В свое время, напомню, она претендовала именно на место в Twice. Тогда она не была готова, сейчас, да, ну, разумеется, никто этого не возьмет, она сама не захочет, скорее всего. Вот, но я к тому, что пусть этот клип и песня, они как-то с легким типа стебом, потому что это не просто какой у меня замечательный плюшевый мишка, наверное, по тексту, я, честно говоря, особо не смотрел, а вот даже мишка какой-то такой опасный, у него глаза горят, и он что-то там взрывает. Но, во-первых, клип очень простенький, ну, то есть категорически простенький. Много милой хореографии, бегает мужик в костюме медведа и что-то там делает, она его жаляет в конце. Ну, окей. Наверное, это мило. Вот, а по поводу самой мелодии, я, честно говоря, от припева ждал несколько большего. Мне, наверное, даже припев больше понравился в 19, если честно. Там, опять же, голос у нее был как-то еще четче выделен. И он был необычный. Здесь как-то так. Ну, давайте еще раз послушаю. Вдруг распробую. Я это все к тому говорю, что, честно говоря, Netty можно отдавать гораздо более сложные песни и взрослые. 19 человек. Они вот... Ей нормально. Она еще совсем молодая, маленькая девочка. Я ее... Пардон, совсем еще соплячкой помню в Sixteen, но... В этом сегменте неплохо звучит мелодия на фоне, которая так отдаленная. Ну вот, припев начинается как минимум очень просто. Немножко усиляется этим как бы хором. Но песня в целом неторопливая. Вот, вторая половина припева немножечко пободрее. Пусть там нет слов практически, только есть на-на-на-на-на, на-на-на-на-на. Но в ней хотя бы есть мелодия. Это медведь так делает, да? В принципе, хореография, которая вот на таком построена, она не самая плохая, наверное. То есть она пальнула в грустного мишку и стала веселым мишкой. Ну и хоре у нее, конечно, вообще не сложная в этом клипе. Категорически не сложная. Не всегда. Особенно у солисток должно быть сложная хоре, просто подмечаю. Опять же, у меня были бы вопросы к модификации ее голоса, но, слава богу, здесь она даже уместна, потому что здесь идет ее нормальный голос, и на фоне даже параллельно звучит модифицированный. Эффект хора активно используется.
Почти уверен, что она повеселилась, пока клип снимал. Снимали. Ну, милаха. Знаете, милах, конечно. Песня. Наверное, я все-таки ее через час-другой забуду. То есть, 19 я все-таки до сих пор помню. Ты 19. Та мелодия более запоминающаяся была. Та мелодия была более интересная. Так что нет, наверное, камбэк мне все-таки нравится меньше, чем 19. Увы. Но надежду не теряем. Возможно, дальнейшие релизы Нети будут поинтересней, пободрее, по, как не знаю, увлекательнее в... Как бы это сказать, в вокальном плане. Не, в музыкальном, конечно, в первую очередь. Вокал у нее, повторюсь, абсолютно нормальный. И ничего такого, чтобы я мог ей предъявить, у меня нет, разумеется. Вот, так что, как-то так. Напишите, что вы думаете вообще. И по поводу Нети, и по поводу этой песни конкретной. Повторюсь, мне кажется, она достойна большего. В принципе, две девчонки, которые хотели попасть в Twice, но не попали... Они, на мой взгляд, достойны большего, чем им достается. Это Суми и это Нети. Ни та, ни другая. Их сольные релизы меня не особо впечатлили. Они были максимум, ну, окей, нормально, приятненько, но без восторга совершенно. А они обе, в принципе, талантливые девчонки. Так что немного жаль. Вот. Ладно. Всем спасибо за то, что послушали, посмотрели. Поставьте лайк, подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы приходили уведомления. А если вам нравятся реакции мои вообще, и вы хотите меня поддержать еще более серьезно, тогда подумайте, пожалуйста, чтобы поддержать меня на Патреоне. Ссылка будет вот здесь. Меня там уже поддерживает некоторое количество людей. Я им очень благодарен. И их список будет прямо сейчас.